Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что, я нахожусь на 32-м ранге, как ты видишь, и успел накопить 1315 самоцветов. Поэтому давай-ка мы с тобой, наверное, приобретем какой-нибудь пак, а точнее 10 паков. Так, трясовый триумф. Даже не знаю. Даже не знаю, ребята, и хочется, и колется, но я, наверное, все-таки возьму вот этот вот. Вот этот пак. Так, давай только не надо вот сейчас зависать, пожалуйста. Все, отлично. Так, ну что, один из паков. Поехали. Надеюсь, что-нибудь путевое выпадет. Так, ну здесь все по стандарту, как я вижу. Окей. Так, редкие пошли. Ну, такое себе, на самом деле. Так, мега редкие. Ага. Новинка у нас. Легендарка, что ли? Что за легендарка? Ну, ё-моё. Воу, вторая. Вот это другой... Вот это, ребята, другой разговор. Это же крутая карта. Это очень крутая карта, ребята, на самом деле. Этот, конечно, у нас есть. По-моему, даже если не ошибаюсь, у меня их две штуки. Или я... Так, я могу, конечно, глянуть. Да что такое, я не сюда зашел. Так, это у нас заплатка. Так, заплатка у нас не здесь. Она у нас где? Ну, она, по-моему, на орехе есть. Дай-ка я гляну сейчас кое-что. Да, друзья мои, три штуки. Сколько она стоит вообще? Ох, утилизировать 1000. Я, наверное... Да кто там опять лезет-то? Ёк-макарёк. Так, одну заплатку я все-таки убрал, друзья. Потому что, ну, две-то заплатки не всегда, ребята, когда берешь команду, успеваешь их использовать. А тут аж целых три. Так, и теперь бы мне не помешало, знаешь, что сделать? Удалить дубликаты. Так, это надо найти в коллекцию, насколько я помню, да? И утилизировать дополнительные карты. 53 штуки. Это еще 1205. Угу. 1000 есть, плюс еще 1205. Это получается 2200. Че так долго-то, я не могу понять. Ну, трындец игра, конечно. Зашибись. Что-то пошло не так. Что у тебя там пошло не так? Все. И, например, давай посмотрим, сколько у меня сейчас вообще в общем количестве. 2675, ребята. Ну, естественно, я хочу накопить 4000, чтобы купить нормальную легендарную карту. Так, давай-ка посмотрим, что у нас по ежедневкам. Нанесите 20 единиц урона героям заразительной сальцей. Так, нанесите 20 единиц урона героям цитроном и выиграйте игру с солнечным героем растением. Так, и зайдем в безумные правила. Все растения и зомби получают плюс 1 единицу силу и здоровье при использовании. И мне еще дают вспышку на солнце. Хитро, хитро вы, конечно, делаете. А, я играю за подсолнух. Окей. Блин. Блин. Не очень, конечно, удачно мне тут выдали. Ну что, розу дали. И это еще к тому же против разгрома. Твою налево, ну... Дальтоник, действительно дальтоник. Не видит, что... Блин! Из-за него сбился. Ё-моё, не посмотрел, что здесь... Слушай, а почему у него было 3-3? Что-то не... Твою налево, они же получают плюс 1, плюс 1. Он видишь, что творит?
4-3. Я, наверное, сделаю вот так вот. Блин, он его, наверное, будет прокачивать. Посмотрим. Окей. Вот, ребят, вот как вот мой... Вот... Блин, мне сейчас нельзя никак удалить. Что-то как-то не айсово. Так, он перемещается, да? Окей. Но у него не забыл... О, нашел. Как выкрутиться из положения. Так, 5-3. Можно, в принципе, этого нахлобучить сразу же. Ох ты. Давай, наверное, сделаю вот так вот. И вот так. Он, конечно, сейчас может эту курицу применить. Во-во-во, пошла прокачка, ребят. 3-7. 4-8. Итого 7-8. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Вишня. Слушай, я думаю, что, наверное, все-таки надо бомбануть. Уж не знаю, что он там сейчас поставит. Ага, вот он что делает. У нас-то все равно сейчас появится подсолнух здесь. Так, и еще энергия дополнительная сейчас выдаст. Опять. Ну что, поехали. Значит, сделаем вот так вот. Хорошо. Так, теперь еще разок, наверное, да? Хм, два подсолнуха. И, наверное, вот так. А этого тоже можно, что ли, поставить? Можно. Давай смотреть. Наверное, хилочку там себе, да, приобрел. Такс. Опс, а вот это плохо, ребята. Вот, ё-моё, а. Слушай, ну смотри, если даже прикинуть, да, он бомбанет, конечно, мне. Но у нас с тобой сработает защита. Он хинуться, наверное, успеет, да, скорее всего. Так, смотрим. Ну все, тогда ему крышка. Бэмс. Замечательно. Да, как раз мы с тобой и задание еще одно выполнили. Выиграли игру с солнечным героем. Что-то слишком долго как-то, ребята, игра прогружается. Не могу понять, в чем проблема.
Так, здесь мы с тобой отыграли. Так, ну теперь давай дальше продвигаться. Заразительной сальцей нанести, да, нам нужно урон. Давай посмотрим. что у меня здесь? Очень странная и непонятная какая-то колода, если честно. На танцульках, что ли, сделанная, по ходу дела, да? Что-то типа того, наверное. Так, а у меня ландшафт есть. Ландшафт есть такой. Ну, нам, наверное, лучше взять проскок, скорее всего. Так, наверное, сделаем и... Шут его знает, что тут еще можно взять. Так, что ли? Ну что, поехали, попробуем. Нам нужно нанести 20 единиц урона, да? Получится, не получится. Колода какая-то непонятная. Вроде танцульки, да? А в то же время, зачем нам йети там нужен? Так, ты сейчас мне ищешь противника, или ты опять глюканула? Да, ага. Ну вот, ребята, вот, смотрите, проверьте соединение. Почему? Интернет стабильный, поверь мне. Но в последнее время вот такая вот ерунда появляется. Блин, против Розы. Эх, не хотелось бы мне против Розы-то. Поехали. Роза начала обдумывать, да? Стоит ли ей тратиться на свой суперудар или нет? Я боюсь, ребята, что вот так вот может когда зависнуть. Вот так вот ты думаешь, что это она в ожидании. А на самом деле у нас потеря интернет-соединения. У меня на мобильнике обычно такое бывает. А потом победа за... растение, ты думаешь, почему? Да потому что. Потому что не она сдалась, а у тебя не было интернет-соединения, и просто игра была за... О, потратил все-таки. Все-таки потратил, хорошо. Хорошо. Так, ну что, дальше выходит у нас вот этот вот парнишка. Поехали. Пускай он тут бегает, кружится. Сейчас мы заодно и посмотрим, на чем Роза будет играть. На хилах или все-таки на заморозке? Так, а это у нас наносит сколько? 6,6. Опа, на бобовых. На бобовых, друзья мои. Вот оно что. Так.
Ну давай ты, ёк-макарёк. До пика 0,7. 32 ранг. У нас одинаковые с ним ранги, кстати. О, видишь, что он сделал? Погнали. Проскок. Блин, я не знаю, стоит ли мне этого. Или лучше вот так сделать. Давай, наверное, вот так вот. Сейчас, скорее всего, этот будет замораживать могилки, который. О, нет. Вот он как сделал. Ну. И. Давай так сделаем. Поехали. Срабатывает защита, естественно, друзья мои. Сейчас кого-то превратит в козла, скорее всего, вот этого. У него что есть? Заморозка, да? И превратить в козла. Осталось. Я имею в виду из суперударов. Ну что ты там, ё-моё? Блин, как бы это не у меня зависло, ребята, ожидание соперника-то. Он все-таки заморозку применяет. Такс. Вот теперь интересное будет у нас. Давай сделаем так. И вот так. Да ладно. Ага. Смотри-ка, все-таки заморозка у него была. Блин, зачем это сделал? Сейчас же этот... Сейчас же он прокачается, по-моему, да? Если он сейчас свою грушу выставит, это будет плохо. Угу. Растратился парнишка, я понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Как тут сделать лучше, друзья? Наверное, вот так все-таки. Блин, у него сработает защита. Так, ну что, поехали. Срабатывает защита, превращается в козла. Кто в козла превращается? Естественно, вот этот парень. Сколько мы нанесем ему? 2 единицы за каждого танцора. Думает, куда потратить, наверное, да? Сюда потратить, скорее всего. А туда. Ну, правильно. Ну все, ребят, выиграли. Поехали. Замечательно. Ну что, 20 единиц урона мы нанесли, как нам и требовалось. Ну что, опять-то твою налево, блин, вот это раздражает. Так, теперь нанесите 20 единиц урона. Вот с Цитроном тут, конечно, да. Я, ребята, очень много раз пробовал за него найти какую-нибудь замечательную колоду.
Но так ничего и не нашел. Просто ничего не нашел. Давай попробуем удалить и что-нибудь сейчас вот. Ой! Какое, ё-моё, вы что делаете-то? Я же сказал, удалить. Будем создавать с нуля. Вопрос. На чем нам сделать цитрона? Я смотрю, у него очень много фасолевых. Прикинь, так вот, хоп. Орехов у него много. Может быть, ореховую сделать, нет? Опять за свое, а? Давай. Ну, просто попробуем, ребят. Я не уверен, что, конечно, все это сработает, но хотя бы попытаемся. Хотя бы попытаемся. Тын-тын-тын-тын. Так, что еще? На всякий случай возьмем, наверное, вот этот гриб. Что у нас тут еще есть? Способностью команда взять, что ли? Раз, два, три, четыре. Чеснок нам как бы не нужен, если по большому счету брать, да? Раз, два. Что еще здесь можно взять? Возьмем этого, ну, на всякий случай. Арбуз, звездочку. Что? Что вот лучше взять? Может, этого? Да ё-моё, ну... И все, больше я пока не знаю, что тут еще придумать. Кактус нам вообще не нужен, будет нам только во вред. Вот что надо. Ну что, подожди, а что там? А, я не добрал. Сколько я взял ландшафтов? Два? Ладно, фиг с ним, два так два. Попробуем, ребят, я не знаю. За цитрона не получается у меня играть. Черт его знает, что здесь надо делать. Как тут лучше сделать. Попробовать нанести 21 с урона. И все, ребят. Так, мне дают ржавого разряда. Угу. Так, а у цитрона вот такая есть штука, да, оказывается? Поехали. Ой, ой. Я надеюсь, у него нету баллончика. Наивный, да? Кого? Блин, не самый лучший вариант, конечно, ладно. Придется сделать так. Ну ты понимаешь, да, что этот будет чувак сейчас прокачиваться? Это совсем для меня не особо что нужно. Команда, Фимбия команда. Все растения получает плюс один. Ржавый разряд что-то завис, ребят. Что-то до последнего тянет. Что, выставить, что ли, некого? Некого. О! Что-то нашлось у него.
Так. Давай вот так вот сделаем. У него заклинашки, не забываем об этом. Валунчик. Так, берет дополнительную энергию, все у него карт мало. Ну ладно, посмотрим. Так, у нас должна защита, и у него, кстати, тоже защита сработать должна. У него быстрее, чем у меня. Такс. Давай посмотрим. Опа, вирус делает. Шесть единиц здоровья себе восстанавливает, окей. Солнечная команда. Так. А это у нас не команда, по-моему, да? Вот это орех, по-моему, команда, да. Угу. Что же ты там затеял, парень? Так, а вот это не команда у нас? К сожалению, нет. Ну, давай я так попробую сделать. Так, посмотрим уже, что будет. Сейчас прокачает этого чудика, наверное, мне кажется. Или этого, или этого. Ну, если ты так решил, то тебе в любом случае крышка. Ага, выискивает что-то. И все? А, еще вирус у него. Окей. Так, ну этому кранты. Поехали. Этого мы уберем отсюда, это понятное дело, да? Так, у нас... Орех. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай сделаем так. А сейчас посмотрим, что он будет вытворять. Кого-то поставит. Так, бесплатного зомби. Точнее, он может разыграть зомби, да, там. За 0 единиц. Три карты вытаскивает. Не вовремя, ребята. Так, если сейчас ему еще вирус выпадет, все, мне кранты. Все, ребята, проиграли. Хотя, подожди. Да, теперь проиграли точно. Ну, кто же знал, что вот так вот выпадет ему. 20 единиц урона мы не нанесли. А, нанесли. Все, ребята, все. Как-то вот так вот сегодня получилось. Чуть-чуть нам не хватило, конечно. Если бы у меня на первом ряду стояло бы, например, по две карты, то, конечно, мы бы забомбили и прошли бы. Так что на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.